Конечно, на тот момент, то есть 5 лет назад, мы не могли предположить, что развитие дойдет до таких масштабов, то, что на наших событиях, на наших танцевальных конвенциях будет по 500 человек и так далее. Мы об этом, конечно же, не думали. Тогда это было все мечтой. То есть сейчас мечты кончились, начались цели и задачи. Морозное утро наша съемочная группа встречает в самом жарком месте города. Здесь же мы проведем целых 2 дня на масштабной танцевальной конвенции «Стартап». За это время, как планируется, мастер-классы от известных педагогов мирового уровня должны посетить около 500 человек. И именно они в режиме нон-стоп будут прокачивать танцпол недавно открывшегося клуба города. Туда мы отправляемся прямо сейчас. Маша из Ярославля, привет всему Иванову. Вы смотрите «День города». Слушай, мне здесь очень нравится. Такое ощущение крутое. Конечно, сейчас наступать на ноги, потому что народу захотелось много прийти. Вот, но такое ощущение, прям все вместе танцуют. Для того, чтобы стать мастером, этого мало. Это просто помогает начать двигаться. Это начало. Всем привет, меня зовут Наталья Сергеева, и вы смотрите «День города». Эта конвенция для нас по счету вторая. На самом деле это довольно-таки свежий проект, который стартовал с марта того года. Точнее, с марта этого года. Первую конвенцию мы проводили на спортивной площадке. В этот раз мы решили поэкспериментировать и провести конвенцию в клубе. Иван Кутузов – профессиональный танцор, хореограф, директор танцевальной мастерской ID, главный организатор «Стартап 2». Конвенция включает в себя мастер-классы от 7 известных российских и ивановских презентеров, позволяет всем желающим начать танцевать с нуля и обновить прошивку уже опытным танцорам. Участие платное. На самом деле получился очень такой живой по энергетике формат, потому что был такой приглушенный свет, рампы, вот, мигающие лампочки и так далее. То есть была атмосфера клуба. Соответственно, это было, скажем так, движушно выражаясь, да, на современном молодежном сленге. Еще! Еще! 5, 6, 7, и на раз, 2, 3, и... Чуть поэнергичнее, побыстрее. Чё, ничего. 5, 6, 7, 1. Раз, 2, 3, 4. Чё, энергичнее. 5, 6, 7, 3. Раз, 2 и 3. Алексей Симба, город Москва. Танцор-хореограф международного класса, один из топовых танцоров России. Хореограф танцевальной команды T1, в составе которой неоднократный призер различных фестивалей и конкурсов. На стартапе проводит мастер-класс по хип-хопу. 5, 6, 7, 3. Раз, 2 и... Несмотря на то, что это мой основной заработок, танцы, я все равно стараюсь к этому относиться не как к работе, но в плане ответственности, в плане, то есть если я взялся за это, если мне это интересно, то будь так добр, ну, делай до конца и не выбирай только самых лучших. Ну, так неинтересно, да, потому что нету цели. Есть цель развивать, есть цель что-то вкладывать, есть цель что-то, ну, выращивать кого-то, да. Вот, а постоянно работать с сильными людьми, ну да, но у меня есть такие, я делаю с ними постановки, создаю команды, вот, а людей, которые только хотят учиться, либо только начали, с ними их учу танцевать.
Это Алексей Симба, это город Иваново, прекрасное утро, и вы смотрите День города. Your money too short, you can't be talking to me. Yeah, I'm talking LeBron, we ballin' our family tree. Good music, drug dealing, cousin, ain't nothing fucking with we. Me, turn that 62 to 125, 125 to a 250. 250 to a half a man, ain't nothing nobody could do with. Здравствуйте, меня зовут Китана, и вы смотрите День города. Анастасия Китана, город Ярославль, педагог Центра современной хореографии «Ярос Дэнс», серебряный призер шестых молодежных Дельфийских игр России. На стартапе проводит мастер-класс в направлении «Клаб Дэнс Go Go». Гоу-гоу, да, клаб-дэнс, это смесь вообще стилей, смесь всего, и все, что ты можешь, чем владеешь, как бы, ты можешь использовать и, собственно говоря, как бы в этом направлении. Ощущения замечательные. Очень много народу, очень много хороших, светлых детей, которые действительно как бы готовы воспринимать информацию, впитывать все как губка. Это здорово. Здесь происходит какое-то изменение в теле танцора, в его, скажем так, понимании танца. Вот. И родители детей это очень ценят. Плюс ко всему мы делаем очень доступную цену на эту конвенцию. Ну вы знаете что, для детей ведь, по-моему, ничего не жалко. Ведь не бездельем занимаются, а все-таки занимаются занятия, тем более ее это увлекает. Так что это лучше, чем быть на улице, где-то что-то во дворе. Ну вот, это в темное время суток. Я спокойна, что мой ребенок находится в Айди. Ну вот, вот что они там, как одна большая дружная семья. Вы смотрите День города! А лично у меня складывается ощущение, что эти ребята любят не просто модно двигаться, но еще и кайфуют от себя в танце. Этого организаторы стартапа и хотели добиться. Ну где еще, как не здесь, можно научиться раскрывать способности своего тела, а уже после чувствовать себя свободно, уверенно на любом танцполе. Здравствуйте, меня зовут Дима Шилов, и мы находимся на танцевальном шоу «Старт Ап». Сегодня здесь очень жарко, а вы смотрите «День города». Такого еще нигде я не слышала, чтобы было так, чтобы в один день было по 6 мастер-классов разных направлений. Спасибо, на самом деле, Айдите за это. Всем привет, это танцевальная конвенция «Стартап» от Айди, и ты смотришь «День города». Мы находимся на танцевальной конвенции «Стартап 2». Здесь очень круто, и вы смотрите «День города». Стали самые-самые позитивные эмоции, все друг другу отдали много энергии, все получили много полезной и интересной, самое главное, актуальной информации. Здорово, что есть в Иваново танцующий народ, здорово, что есть такие преподаватели, здорово, что у нас есть желание проводить подобные мероприятия.